Уголовный розыск нашел злодеев, которые проникли в дом актрисы Евгении Игумновой и украли ценности. Воры зашли неаккуратно, взломали входную дверь. Это было во вторник. Дома никого не было. У меня была премьера в театре. Да, спектакль. У меня была премьера «Месяц в деревне». Мы поехали всей семьей на спектакль. Вы знаете, я не могу пока говорить. Я что-нибудь скажу, а я не должна этого была говорить, потому что никак следствие не закончилось. Оба задержанных безработные. Одному 46 лет, другому 38. Судимости за разбой и убийство. Из коттеджа вынесли почти на 10 миллионов рублей. Евгения Игумнова занята в нескольких петербургских театрах. Она сыграла в десятках фильмов и сериалов, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Каменскую». Озвучила полсотни голливудских кинокартин, а также персонажей в работах Алексея Балабанова. Виктория Игумнова – лауреат премии «Золотая маска» и «Золотой софит».